В США по итогам двухдневного заседания руководства Федеральной резервной системы может быть принято решение о повышении базовой учетной ставки на 0,25 пункта. На фоне ускорения инфляции и снижения уровня безработицы американский Центробанк прогнозирует 3 повышения учетной ставки в текущем году против 2 ожидавшихся ранее. В конце декабря регулятор повысил базовую процентную ставку во второй раз после 2008 года. США – крупнейшая экономика мира, и ее основные показатели и меры ФРС по их корректировке оказывают сильное влияние на мировые биржи и валюты других стран. Немецкий аналитик Роберт Халвер говорит. В условиях улучшения состояния экономики повышение ставки возможно, но важнее то, что будет происходить дальше. Я уверен, что Джанет Йеллен продолжит свою политику по ставкам, и в дальнейшем не стоит ожидать радикальных повышений. Они будут незначительными и никому не причинят вреда, потому что глава регулятора прекрасно знает, из-за объема мирового долга учетные ставки нельзя резко повышать. Во вторник торги на Нью-Йоркской фондовой бирже открылись разнонаправленным движением котировок. Индекс Dow Jones, в частности, потерял 0,5%. В преддверии решения американского Центробанка основные биржевые индексы Европы торгуются в красной зоне.